Добрый день, меня зовут Лариса, я мама мальчика Миши, ему сейчас 2 года и 2 месяца. Миша не говорит, не показывает на предметы пальчиком, не повторяет за взрослыми детьми, с детьми не играет и не обращает на них внимания. Игрушки тоже, как обычные дети, он в них не играет, стоит на голове часто, машет головой вот в разные стороны, любит вращаться на месте, если играет музыка, но бывает и так, и без музыки может это делать. Плохо засыпает ночью, может, ну и днем тоже, может и час крутиться в своей кровати и не уснуть. Если я что-то ему запрещаю, он падает на пол, бьет руками о пол, может головой удариться о пол. Последнее время появился новый жест, он может бить себя в лицо руками. На улице не боится остаться один, не отзывается, бывает, на свое имя, именно на улице. Ну и дома тоже надо повторить как бы несколько раз. И он не скучает за взрослыми. Но за мамой, за папой, в принципе, не скучает. Говорит, я очень вас прошу на уделить нам время. Вы наша последняя надежда. Все говорят, что изменились. Я видела много отзывов, и я верю в это чудо, что вы можете нам помочь. Спасибо вам большое за внимание. Я буду очень рада вашего ответа.